на благо жителей села. В Красном продолжается обустройство первой в НАУ модельной библиотеки. Ход работ оценил глава региона Юрий Бездудный. Во время рабочей поездки он также проверил готовность школы к новому учебному году и осмотрел Дом культуры, где продолжается капитальный ремонт. Катрина Тайбарей продолжит. Сложно представить, что уже через месяц небольшим в этих стенах появится библиотека с современным арт-холлом для презентаций и мультимедийная коворкинг-зона для работы, общения и обучения. В центре поселка Красное в этом строительном сезоне работы ведутся очень активно. Сейчас здесь трудится 16 человек. Материалы приходят по графику. Это первая в округе у нас будет модельная библиотека. Первая. Ну, то есть мы должны сделать такую библиотеку, на которую все остальные должны равняться. Да, да. И 1 октября должны приехать к нам сюда представители из Министерства культуры, которые курируют вот этот объект. И мы пока открывать будем уже официально. Прекрасно. Капитальный ремонт помещения – одно из условий для получения гранта на оборудование модельной библиотеки. Ее создание реализуется в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Ремонт начали в конце июля. Необходимо заменить электрику, отопление, водопровод, провести работы по благоустройству. В данный момент проводятся подготовительные работы для отделочных работ, штукатурка стен, монтаж подсистемы фасада здания. Вот, идет демонтаж полов. Вот, будет утепление полов. Как в ходе работ выяснилось, что старые полы прогнили. Вот, будет полная замена всех опорных устройств пола. А вот на соседнем объекте подрядчик немного отстает от графика. Капитальный ремонт Дома культуры должны закончить к 1 сентября. Мы посмотрели капитальный ремонт Дома культуры. Вот он у нас прямо за моей спиной. Подрядчик несколько отстает в графике работ. Мы его взбодрили и поставили четкие задачи по срокам. Плюс было еще два помещения, которые по какой-то причине выпали из капитального ремонта. Тоже нашли решение, как откапиталить их. Вот, собственно, тоже еще один объект социальный, который полностью обновится. Обновится актовый зал, будет красивый. Тоже общественное пространство. Поэтому в поселке Красное одномоментно появится сразу два таких серьезных социальных объекта. Обновленная модельная библиотека. Также в ходе рабочей поездки в национальный поселок губернатор Юрий Бездудный проверил готовность школы к новому учебному году. Глава региона осмотрел пищеблок и учебные классы, а также оценил оборудованную точку роста. Это 4 современные лаборатории, укомплектованные современным оборудованием. Катерина Тайбрей, Владислав Носкин, телеканал «Север».